Всем привет, я Евгений Горшков. Я Антон Болдин. Сегодня мы представляем сервер китайской компании Lenovo RD650. Он относится к линейке ThinkServer, которая существует уже несколько лет. Порядка 5 лет она в Китае представлена. 2 года назад эта серверная линейка была выведена на российский рынок. Это самое последнее поколение серверов в этой линейке. Достаточно стандартное решение, построено на самых последних процессорах E5-2600. Два процессора сюда устанавливаются, 24 слота оперативной памяти. Множество разных вариантов конфигурации. Сервер отлично подходит для решения самых современных задач любого ЦОД, такие как виртуализация, как серверная, так и клиентская, управление базами данных, ERP-CRM-системы и любые инфраструктурные задачи. Да, и, конечно, надо понимать, что в этом сегменте, то есть в 200-сокетных решениях, все делают какие-то очень похожие вещи. И говоря о конкурентных преимуществах, нам есть чем гордиться, есть о чем сказать. И прежде всего это гибкость и масштабируемость. В плане гибкости есть множество вариантов корпуса. В частности, есть корпус, который больше ни у кого из наших конкурентов нет. Это корпус 9 дисков 3,5 дюйма и 6 дисков 2,5 дюйма под горячие и быстрые данные. И второй момент – это масштабируемость сервера. Множество различных опций, которые позволят линейно масштабировать возможности ввода-вывода серверного оборудования и согласно вашим потребностям растущего бизнеса. И третий момент, тоже очень важный для центров обработки данных, это возможность работать при повышенном температурном режиме. До 45 градусов сервер у нас эксплуатируется при повышенной температуре, при каких-то проблемах с системой охлаждения дата-центра. При этом с сервером Lenovo RD650 можно выиграть не только в плане экономии электроэнергии, но еще и в сервисном обслуживании. Стандартная гарантия на сервер Lenovo составляет 3 года, она может быть расширена до 7 лет, при этом по всей России у нас имеется развитая сервисная сеть. Да, и, конечно же, все эти конкурентные преимущества и уникальные технические характеристики, они обобщаются в цене. Цена на розничном рынке начинается от 160 тысяч рублей на сервер RD650. Иными словами, Lenovo RD650 – это отличный сервер, надежный, который справится с любой инфраструктурной задачей современного дата-центра, при этом сделает это за разумные деньги.